на самом деле нам очень приятно, что вы нашли время, прибыли в наш город. И, конечно же, мы очень ценим отношения между нашими странами, Россия и Франция, конечно. Не самые лучшие времена пока, но я считаю, что на региональном уровне, скажем, Париж, Казань, Татарстан, у нас нет каких-либо разночтений, и я знаю, что вы вносите огромную свою лепту в работе Совет, как называется? Организация местной власти. Да, организация местной власти. И это, в принципе, основа любого государства. И вот мы тоже поддерживаем нашего мэра. И то, что он много ездит, много видит, много общается, мы считаем, что это вот хорошая коммуникация. Если бы не было этой организации, когда бы мэра Парижа мы увидели, да? Я думаю, что и мы привнесем в ваш прекрасный город свой колорит, потому что мы недавно проводили там свои мероприятия, привезли там концерт мастеров искусств. Конечно, мэр еще тогда не так был близок к вам наш, и мы не смогли вас пригласить. Я думаю, что следующие наши поездки, визиты, они как-то будут совмещены с теми мероприятиями, которые могли быть интересными для вашего прекрасного города. Дирекция ЮНЕСКО отвечает с Еленой Боковой. В жизни наши предки немножко сюда приехали. Но сейчас мы ее восстановим. Шведский завод. Он строит 20 вершин тоже, чтобы он попал в список исторического наследия. Я думаю, что у нас есть шансы включить вот этот праздник золотой в нематериальном наследии ЮНЕСКО. Наш мэр сказал, что значит, сегодня снегом все закрыто, поэтому мы будем искренне рады видеть вас. Значит, у нас есть такие компании, как Air Liquide, как Schneider Electric, которые имеют представительство, работают здесь. Вот компания Saint-Gobain вместе со своими турецкими партнерами Шажан построили два больших предприятия на особые экономические зоны. Ну и торговые сети очень мощные, французские, хорошо представлены. Я думаю, после вашего приезда, значит, мэр еще более позитивно будет рассматривать все заявки, которые поступают со стороны Франции. Ну и я считаю, что любые контакты, любые ваши инициативы, значит, республикой, руководством республики будет поддержан. У нас мы за последние годы в Казани провели очень много мероприятий, спортивных мероприятий, и это дало нам возможность о себе заявить. Вот приглашаем вас, если вы любите футбол, на Кубок Конфедерации. Monsieur. На следующий год чемпионат мира по футболу. У вас уже свой бокс есть там в нашем стадионе. Вам... Да, возможно, сборная Франции. Мы будем рады. Вам даже думать не надо, у вас все уже готово. Ну и в 2019 году мы вас приглашаем на чемпионат мира по рабочим профессиям, который пройдет в нашей столице. Я еще раз хотел бы поблагодарить вас за ваше время, за то, что вот вы на самом деле реально
реально вот, в вашей организации работаете, и то, что вот я слышал о вас, оно совпадает, и я хотел бы пожелать вам процветания, успехов как бы на своем поприще, которое вы представляете, одной из красивейших столиц мира. Париж есть Париж. Но и ну, после Парижа мы, конечно. Абсолютно. Но мы с Парижем не конкурируем. Да. Ну и, конечно же, ваша общественная работа, вот, базис самоуправления, когда вот эти города собираются, обсуждают, на самом деле мир меняется сильно. И в ближайшие 50 лет основная масса людей будет жить в городах. Как эти города должны быть представлены, как города должны обеспечить жизнедеятельность. Поэтому этот опыт, он и у большого города, и у маленького города может быть полезен друг для друга. Ну и все-таки вот наличие вот таких структур, она объединяет людей. Et un exemple